обратили внимание, очень много что реализуется на территории района. Вот буквально вчера мы с главой были в Верчулинке, мы были в Дорохово, мы были в Красной Сопке, мы были в Глядине. Сегодня еще тоже будет буквально ряд поездок по территориям. И поэтому, уважаемые депутаты, это все зоны вашего присутствия. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, конечно, нельзя вам, как депутатам, бесконтрольным оставлять вот те проекты, гранты, которые сейчас реализуются. Мы сегодня еще позже на одном мероприятии будем говорить. Но в частности, я бы хотела обратиться. Вот сегодня, да, на территории Дорохова реализуется большой проект, это третий, на Назарском, по благоустройству. Да. Я каждый раз говорю, что у нас с вами был такой опыт. Если мы реализуем проект успешно, значит, у нас есть возможность в следующий раз заявляться. Да, я буду говорить мы, потому что все равно Назарский район, мы с вами, это все едины наши жители. И поэтому на сегодняшний день какая необходима? Да, понятно, как всегда, надо за подрядчиком очень внимательный контроль, потому что подрядчики у нас далеко не совсем добросовестные все. Либо не от того, что сам подрядчик, а нет должного контроля как раз за теми работниками, которые реализуют этот проект, я имею в виду, которые числятся в организациях, которые выиграли проект, да, которые выиграли торги и сегодня реализуют. Вот в частности, хотелось бы, да, сказать, вчера мы были на территории Дорохова. Первое вызывает опасения, и я бы хотела обратить внимание, сегодня не вижу Максим, здесь Академия. Вот сегодня вы площадку съездите, посмотрите, вы можете, вот депутат есть, да, который понимает в этом. Там есть большие вопросы, почта, проекты, которые реализуются за счет федеральных средств. И у нас сегодня, вот мы вчера были в Красной Сопке, там очень большой вопрос. Например, делается пандус, да, сегодня, но вот пандус точно ни один колясочный человек с ограниченными возможностями не воспользоваться не сможет, потому что так сделано и смета, и все, сегодня мы будем об этом говорить. Что он не доберется до самого пандуса, либо ему надо будет проезжать, чтобы этот угол разворота был. Это неправильный проект, и мы не должны об этом молчать, и к этому надо подключаться. Но ни одна администрация, когда все-таки общественные контроли депутатские, это намного действеннее.